Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня хотел бы вместе с вами поговорить немножко о подарках, потому что вы их все обожаете, я тоже обожаю подарки, и прямо сегодня вы узнаете, как же можно получить бесплатные подарки от разработчиков Stand-Off 2. Присаживайтесь поудобнее и обязательно прожимайте лайк, поехали! Хочешь за одну минуту? Все очень просто, Джиджи Стендов разыгрывает более 100 ножей. Условия очень простые. Лайк, подписка, репост и любой комментарий. Хочешь новую аркану Танта совершенно бесплатно, но не знаешь, как же получить без 75 уровней голдпасса? Ответ тут. Просто зайди на G Stand-Off, так как вся новая коллекция там уже есть. Не стоит забывать про второй шанс, который дает более крутой дроп. Переходим к барабану бонусов. По моему промокоду получаем его совершенно бесплатно. Все эти промокоды есть в описании. Но перед тем, как рассказывать, как же получить бесплатный подарок, я хотел бы вам подарить свой бесплатный подарок. Что же это такое, ребятки? Это бабушка Легаси. Чтобы получить данный замечательный ножичек, вам надо прямо сейчас, первое, поставить лайк и подписаться на мой канал, во-вторых, написать любой хороший комментарий, и в-третьих, посмотрим все это видео от начала до конца без перемоток, это очень важно, я прослежу. Всем желаю удачи. Ну что же, погнали рассказывать, как же получить бесплатные подарки. Первый приз, самый простой, это, ребята, 100 серебра, но при этом его получить максимально легко. Иногда бывает такое, что ты отыграл в закладочке бомбы, и что же там выскакивает? Там выскакивает «Оцените Stand-Off 2», и если ты оценишь Stand-Off 2 на 5 звезд, ты получаешь 100 голды. Потом за эти 100 голды ты можешь купить какой-то боксик. Давайте прямо сейчас мы купим. И нам может очень сильно повезти. Я скажу честно, мне ни разу не подала аркана из бокса. Но тем не менее, это бесплатно. Просто за то, что вы оценили Stand-Off 2 и написали любой положительный отзыв. Ну а прямо сейчас вы будете еще больше в шоке, потому что я вам покажу, какие же скины выпадают за удачи. То есть вы, например, отыграли в любом режиме, неважно в каком, и вам за удачи может выпасть скин, ну, например, UMP Iron. Да, это не шутка, может выпасть дальше. Что еще выпадает? Давайте посмотрим. Я помню все скины. Пэдди у нас это Pilot. Дальше, что падает? Desert Eagle Thunder. Дальше... SM-1014 Northern, все эти анкомонки, да, или эткомонки, уже не помню, они выпадают за удачу. Но теперь давайте к самому интересному. Вы сейчас просто будете в шоке, вы, наверное, мне не поверите, но за удачу очень часто падают хэллоуинские стикер-паки. Да, именно вот эти стикер-паки, и вот недавно буквально мне мой подписчик кидал мне скриншот и говорит: «Кентуха, посмотри, что мне выпало, я в шоке!» Да, это очень круто, потому что они стоят по 2500 голды, и это просто за то, что ты играешь в Stand-Off 2. Но теперь будет самое-самое интересное. Вот сейчас вы, наверное, вообще мне не поверите, но это 100% мне отправляли скриншоты, и лично мой АВМТХ выпадал за удачу. Да, ребята, это Nameless коллекции. Абсолютно все скины из этой коллекции падают за удачу. Ну, еще иногда разработчики дают промокоды, но это очень редко. К примеру, АВМТХ 1000000% падает за удачу. Вот мой АВМТХ, давайте его даже поставим на продажу за 280 тысяч. Опа, выставляем и продаем. Так, смотрим дальше. Керамбитик Голд. Керамбитов Голд довольно-таки много. Они сейчас стоят столько голды. Очень хорошая цена. Они тоже падают за удачу. Васянчику! Я знаю, это мой подписчик. Ему тоже выпадал Керамбит Голд конкретно за удачу. Короче, все эти скины падают за удачу. И если какой-то из этих скинов вам выпадет, вам просто нереально повезло. И если, ребятки, для предыдущих подарков надо было просто ничего не делать, то тут надо немножко позадротить. Но давайте смотреть. У нас есть Gold Pass, и притом они есть всегда. Есть Free Pass, есть Gold Pass. Так вот, смотрите. Я понимаю, что на Gold Pass не у всех есть деньги. Но посмотрите, если вы будете проходить бесплатный Free Pass, вы получаете крутые наклейки. И это все совершенно бесплатно. Дальше получаете крутые пушечки. Вам может выпасть даже Аркана. Это может быть даже статрек. Просто представьте, ребята. И это все бесплатно. Давайте ради интереса сделаем какой-то предыдущий Gold Pass, и мы посмотрим, насколько же сильно наклейки выросли в цене. Ну, например, давайте выберу... Я хотел бы провести аналогию с Gold Pass новогодняя 2020 года. Просто посмотрите, как же дорого стоят наклейки по 2000 голды. А вы их могли получить совершенно бесплатно, если немножко позадроните и повыполняете эти задания. Честно говоря, был бы я школьником, ребятки, я бы с радостью выполнял бы все эти задания. Ну, а так, к сожалению, у меня нету времени. Я думаю, ребята, вы все в курсе, то, что есть такая вещь, как соревновательный режим, и вы не поверите, но за него тоже можно получить подарки. А, ну хотя это и так все знают, но мало ли кто не знает, мало ли кто в танке, то смотрите.
Чем выше у вас ранг, тем лучше у вас награда. Потом эти награды, скорее всего, можно будет продавать на рынке. И опять же, это все фригалда. Бесплатно. Просто так. Ничего делать не надо. Просто заходишь на рынок, выставляешь, например, свою аркану за легенду, за звание легенда, да? И получаешь за нее там 50 голды. А с 50 голды можно спокойно за неделю натрейдить себе на какой-то ножичек. Вообще без проблем. Кстати, если хотите, я могу снять даже видео на эту тему. И если я, ребятки, заговорил про соревновательный режим, будет верно, если я скажу про клановые войны, потому что за это тоже можно получить награду. Чем лучше ваш клан калибровался, то тем лучше у вас награда. Есть только одна проблема, то что, чтобы купить клан, надо потратить 400 голды, но я думаю, это не так много, и плюс можно вступить в готовый клан. Вы отыгрываете 10 каточек, получаете какое-то хорошее звание, и вы получаете такую обалденную награду. Я скажу так, эта награда реально большая редкость, и я очень мало людей вижу с таким брелком. И вы просто представьте, если все эти брелки выставить на рынок, сколько же они будут стоить, потому что, ребята, это реально эксклюзивная награда. Поэтому, если у вас есть клан, или мало ли вы думали, играть ли в клановые войны или нет, зовите ваших друзей, зовите ваших соклановцев и бегом калибруйтесь в клановых войнах и получайте крутые награды. Но мне кажется, мы забыли еще про что-то. А, это же режим союзники. Да, ребята, вам не послышалось. Я думаю, вы все в курсе то, что есть режим союзники. Так вот, если за клановые войны есть награда, за соревновательный режим тоже есть награда, значит, за режим союзники тоже будет награда. Поэтому максимально быстро поднимайте высокое звание, и потом в режиме союзники вы тоже сможете получить еще одну награду. А потом просто представьте, что вы все это сможете продать, и сколько вы сможете на всем этом поднять голды. И при том все это совершенно бесплатно. Ты просто играешь в Stand of 2, кайфуешь, получаешь удовольствие, еще получаешь крутые награды, блин. И еще, ребятки, не стоит забывать то, что за каждый режим, в какой вы играете, неважно, это ММ, это закладка бомбы, это гонка вооружений, вы совершенно бесплатно получаете серебро. И знаете что? Потом за это серебро вы можете себе купить какой-то боксик. Да-да-да! Я, например, уже накопил 2300 серебра, если могу купить 24 бокса, и я уверен, что хотя бы одна аркана по-любому должна оттуда выпасть. Поэтому мой совет, просто играйте в следов и получайте серебро. Ах, да, еще и промокоды. Да, промокоды тоже халява. Чтобы получить промокоды, вам надо просто поставить лайк и подписаться. Да, ребят, поставьте лайк и подписывайтесь. Подпишитесь, ждите мой стрим, и чаще всего на стримах я раздаю по 2, а то и по 3 промокода за один стрим. Поэтому, братуха, ждите на стриме. Ну а прямо сейчас, ребятки, видите еще одну халяву, что если разработчики ее добавят обратно, я буду просто ноги целовать, потому что это самая большая халява, которую я видел в своей жизни в Stand of 2. Это бесплатные гифтбоксы. Просто представьте, раньше, это 2 года назад, эти гифтбоксы давали бесплатно, то есть вообще без доната. А сейчас они стоят по 8000 голды, просто представьте. И что же может выпустить гифтбоксы, вы все прекрасно знаете, это АВМ Спорта 2, 40 голды, или Керамид Гул, который стоит 100к голды. Я просто в офиге. Ну что же, дамы и господа, в целом на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока.